Ман — это выясненный хисарон, когда мы понимаем текущее разбиение и чего нам не хватает для следующего объединения. Мы должны изучать, что такое ману. Есть определение, не одно, у Бальсулама, и у Рабаша, и вообще у каббалистов. Но ман — это точный хисарон мой, который проходит через десятку к Творцу и соединяется с хисароном Творца. Это называется «сделать свое желание так, чтобы оно было таким, как у него». То, что Творец хочет сейчас дать тебе, то, что ты, если ты чувствуешь то, что он хочет дать тебе, подними к нему именно этот хисарон, и он тогда отдаст тебе в него. И то, что ты поднимаешь к Творцу, это называется «ман», «мей нуквин», женские воды. Вода — это бина, а женское свойство — это малхут. Соединение малхут и бины.